Мы все знаем, что танин в листьях чая окрашивает зубы. Но это можно предотвратить, если вы будете добавлять этот ингредиент в свой чай. Все, что вам нужно сделать, чтобы отбелить зубы, это добавить несколько капель молока в свой чай. Ученые говорят, что это дает отличные результаты, и даже лучше, чем отбеливание зубными пастами. Согласно исследованию, добавление молока в ваш чай может помочь вам отбелить зубы, и ученые утверждают, что молоко более эффективно, чем зубные пасты. Молоко содержит белковый казеин, который связывается с танинами, вызывающие темные пятна на зубах, и тем самым предотвращает окрашивание. Доктор Ава Чоу, доцент кафедры стоматологии Университета Альберты, отмечает, что добавление молока в чай является специфическим для культуры феноменом, и что эти результаты не убедят некоторых людей начать готовить чай с молоком, но вы можете попробовать. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео!